Глава Следственного комитета России потребовал разобраться со зверинцем Сергея Панасенко. Ведь на содержание животных уже давно жалуются зоозащитники. Как сообщил Александр Бастрыкин, на данный момент организована процессуальная проверка. В ходе нее будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц компетентных органов, в чьи обязанности входит контроль за содержанием диких животных. И если основания найдутся, то глава ведомства дал поручение возбудить уголовное дело. Напомним, недавно у Сергея Панасенко произошел конфликт с зоозащитницей. Стычку засняли на камеру. На меня совершено нападение в парке Гагарина. Вот, сейчас будем разбираться, полиция приезжает. Причиной конфликта стало содержание животных. Люди были возмущены, что звери находятся в тесных клетках. Маленькие клетки вдвоем. Объясняю, это переноска. Но у Сергея Панасенко своя версия. Он считает, что людей ему специально подослали. Карена, да. А, понятно, откуда. Абсолютно... под уходом замечательным, да. Выхаживают, они выпускаются, да, обратно в среду. У вас они здесь для разрушения. Знаем мы все про Карена. Да. Сколько вам заплатили в этот раз? В итоге участники конфликта оказались в полицейском участке, а Сергей Панасенко в больнице. Кстати, попадать в криминальную хронику владельцу зверинца не впервые. Так, в апреле прошлого года волк, который принадлежит Панасенко, укусил мальчика в парке Гагарина. Родители ребенка подали в суд и отсудили моральную компенсацию.